На окраине Хельехи, вглядываясь в темноту, видела в окне деда с красным шариком во рту. На окраине деревни на холме стоит старинный ветхий дом. Его все обходят стороной, чертовщина творится в нем. Крики и лязганье степей, и каждый в городе слышал, что в этом доме умер дед, но дед не умер. Старый БДСНщик Терентий избушку свою подметает третью, за крюки себя решает снова и снова. Его 90, он не помнит стоп слова. Старый БДСНщик Терентий, в игрушки его не играют дети, и за досмотром поле чудес тебе от тоски выкручивает соски. Говорят ему, есть артисмахлы, в том числе иностранные папы. И Терентий выходит на крыльцо, чтобы сесть на доверенное лицо. На гонфушке его знают давно, он обслуживал все, поит было. Даже в Брестник любил сеанты лети. А еще чтобы отвечу, где мой черенчик? Старый БДСНщик Терентий на боку Андропову давал метью. Не было щеболки, когда он был молод, он использовал акценты молод. У Горбачёва на лбу пятно, лишь Терентий знает, откуда оно. И дрожащей латексной рукой он зовёт тебя за тобой, за тобой, за тобой, за тобой. Если хочешь к нему на часок, мы подскажем себе адресок. Без общения Терентий скучает, захвати ошейник и чего-нибудь к чаю.